какая-то бабёнка, да? Эй, ты из людей Флана? В этих местах спрашивать о таком опасно. Но да, все так. Как бы мне проникнуть в замок? Одному. Можешь перелезть через стену, но в одиночку так делать глупо. Можно попасть внутрь незаметно? Где-то внизу должен быть проход. Там недавно укрепляли стены. Хитрый викинг наверняка найдет там способ перебраться. Я как раз тот викинг. Так. Только с той стороны. Сколько зелени. Пора открыть ворота Флану и его войску. Эйвор, Кашелор будет нашим!
тебя надеюсь. План! Смотри, сбоку! Вперед, Эйвор, помоги-ка открыть! Замок теперь твой! Разграбьте все! Купуа! Вперед, Эйвор! Вперед!
обратно. Спасибо. Сланче! За славную кровавую битву! За Ирландию! Сколь! Еще, мой господин? А где вот же наш Барт? Нужно сложить про эту мне песню. Кажется, он Эйвор, хочет. Обязательно поговори с ней. С Киарой? Она здесь? Я приветствовал ее. Она прославит мои деяния по всей Ирландии. Ее песню подхватят в каждой деревне. А ты, Эйвор, поможешь ей сложить эту песню, поведав об отваге моей и моих воинов, что узрел сам. Я ей передам, отважный король. Выпей еще, Барит. Ты заслужил. Ты тоже. Возвращайся, пока торжество не закончилось. Тут он бросился на меня, а глаза аж сверкают. Так и было. Я это все видел. А у меня из оружия только пал. Я ел и заслонился. Я хотел бы, чтобы был вот. Он эту палку. Вот эта дверь была закрыта. Схватил меня за ворот. Уже собрался прикончить. Письмо от лазутчика. Мой господин, клан собрал грозное войско, лагерь гудит разговорами о планах взять сам замок Кошелор. Я советую готовиться. Твоя песня ранит сердце. Это скорбная песня о древнем камне Фаль, который ты видел на коронации. Мне показалось, что он... Легенды гласят, что он принесет горе. Но песня сулит, что он явит много чудес, если Ирландия будет в беде. Думаешь, ее словам можно верить? Не знаю, но ее пела моя мать. А до того мать моей матери и ее бабка... И прабабка. И так до первой женщины на острове. Эти слова — то, что связывает меня с предками и родной землей. Тебе повезло. Моя родина далеко. Не нужно плыть за море, чтобы видеть перемены. Вот почему я при дворе, хотя я тут вроде ученый козы. Но ты можешь уйти, когда захочешь. И уйду. Но лишь когда Флан будет править всей Ирландией. Он и правда настолько велик? Он понимает, что король должен заботиться обо всех. Сделал язычницу своим бардом. Чтит обычаи. Уважаю твою страсть. Спасибо. Не все проявляют столько же понимания. Конечно, надо мутить.
Мне чрезвычайно многое в тебе нравится, Киара. Согласна, я хороша не только медовым голосом. Или ты о чем-то еще? О том, что есть одинокий норвежец, который не прочь поддаться чарам одной прекрасной ирландки. Какой ты у нас красноречивый, Эйвор. Может быть, однажды? Понимаю. Чуть не забыл. Флан просит тебя начать слагать песню о нем. Пусть не тревожится. Я все помню. Если песня выйдет столь же чудесной, как та, что ты пела, Флан обретет много друзей. Добрых снов, Эйвор. Увидимся утром. Флан. Добрых снов, Киара. Чудесное утро. Барит вчера просил зайти к нему. Надо перед ним извиниться. Боже, дай мне умереть! Идем. Наше войско отравлено. Семя Локи! Ну же, шлюхин сын! Кто? Вот он, мой король! Тебя нанял Барит? Это он дал мне яд! Заплатил 7 монет серебром! Ха. Король Дублина. Господин, я... Отравлены одни ирландцы. А вы, даны, пышите здоровьем. Господин. В руках дары, на устах лесть, а на уме измена. Господин, ты знаешь, что это ложь. Даны не жалуют яд, а в Бариде нет коварства. Господин, это он! Говорит, отрави проклятых ирландцев! Смертью мне угрожал! Молчать! Увести его! Нет, нет, нет! Я не виноват! Киара, ты проницательна, и потому стала моей правой рукой. Но Дублинцу я не верю! Господин, я верно служу тебе! Он не лжет, король. Я сказал молчать! Даны часто служат двум господам. Барет, не покидай стен замка, пока я не решу, как с тобой быть. Сперва мне нужно помочь воинам. Господин... Я знаю женщину, способную исцелить что угодно. Она тоже из вашего языческого сборища. Позволь с ней встретиться. Вдруг поможет. Ладно, ступай. Возьми воина для защиты. Я выбираю тебя. Встретимся в конюшне у главных ворот. Барит, ты должен быть благодарен, что не лишился головы. Я благодарен. Еще как. Идем. Нужно найти Дейрдре. Кто она такая? Друид. И мудра не по годам. Ты готов? Не терпится ее встретить. Бедный Барит. Мне очень горько, что Флан мог хоть на миг поверить в его вину. У отравителя было 2 цели. Ослабить войско и устранить Барида. Но кто за этим стоит? Воины кашляют кровью. Похоже на яд, что любят друиды из братства детей Дану. Кто они? Христиане пришли к нам не с миром.
Многие друиды тогда объединились. Они поклялись уничтожить христиан. Принялись сеять повсюду раздор и смерть. Многие из них тайно живут среди обычных людей. А Дейрдры и остальные? Истинные друиды противостоят детям Дамы. Но они разобщены. Потому-то я и мечтаю сделать Влана верховным королем Ирландии. Он победит детей Дану и даст истинным друидам жить спокойно. Вот и немножко истории о том, что происходит. Расскажи о своей подруге. Дейрдра друид. Я знаю ее много лет. Мы вместе учились. Ты была друидом? Была. В лесах Ирландии скрывается много язычников и друидов. Сюда. Нам надо за реку. Жутковатые места. Не знаю, куда дальше. Езжай вдоль тропы, отмеченной камнями. Глушь. Я отсюда родом. Жилище Дерби. Эйвы. Она немного... Странно? Да, точно. Странно. Киара, ты наконец-то решила вернуться в лоно лесное. Дейрдре, это Эйвор. Прости, но мы пришли к тебе за помощью. Феам. Я видела знаки, но надеялась, что ошиблась. Дети Дану? Да. Люди Фланна кашляют кровью. Ты знаешь, что нужно. Но разве нет другого пути? О чем идет речь? Дети Дану делают этот яд, но также владеют ключом к спасению. Нужен янтарь из смолы их священного дерева. У каждого из детей есть при себе кусок такого янтаря. Стоит его окунуть в кровь владельца, и пробудится заключенная внутри сила. Мрачное дело. Как мне найти этих темных друидов? Один наш друг пытался узнать истинные имена Дану. Он надеялся найти того, кого зовут Крапивником. Но нашего друга убили. Дети Дану очень опасны. Может, что-то найдется в его доме. Он на севере, у торгового поста Порт-Аули, близ устья Балия Садара. Я отыщу крапивника, окуну янтарь в его кровь и вернусь. Да хранят духи твой путь. Что я знаю про это дитя Дану? Дети Дану – тайный союз друидов, члены которого проникли во все слои ирландского общества и стремятся его разрушить. Чтобы победить их, ищите подсказки по всей Ирландии. Разоблачение и устранение детей Дану. Ищите подсказки, выполняя сюжетные задания и исследуя Ирландию. Собрав все подсказки о конкретном друиде, вы узнаете, кто это. И сможете выследить. Так, осмотрите заброшенный дом по берегу у порт Аули, в устье реки Бали-Эс-Адара.
к северу от Конахта. Это одна подсказка. Из разговора с Киарой друг Киары разыскивал крапивника. Он был убит, но его записи можно найти у него дома в порт Аули. Следуйте рекомендациям, чтобы найти следующую подсказку. Это их, короче, 10, а это 11. Какой-то супер крутой. Он в итоге кровавое зелье. Порт Аули, блять. Так, устье реки, заброшенный дом у порта Аули, к северу от Конахта. Короче, вот здесь где-то. Стань моими глазами, Сюнин. Блять, ну что ж так долго-то? Thank you.
Осмотрись вокруг. Покажи мне. Просто пиздец. Реки, блядь. Это пиздец просто, нахуй, я хуй знаю. Как ебучую эту хуйню можно найти? Заброшенный дом, блять. Где он, ебаный, блядь? На берегу у порт Аули, блять. Короче, он где-то здесь, это ебучий дом. Я что-то, блять, хуй пойми, где скакаю.
по-любому это хуйня. Да? Записка, найденная в Порт-Ауле. Мне стало известно, что Крапивник встречается с главой детей Дану на островке посреди Лох-Гара. Позапрошлой ночью я спрятался в тени священного камня, надеясь их увидеть. Под покровом темноты туда сперва прибыл один человек, затем второй, Крапивник. Потом, увы, они услышали меня, и мне пришлось бежать. Не знаю, кто был первый, но думаю, что я в опасности. Островке посреди Лох-Гара. Карта. Записка, найденная у большого камня. Крапивник, повелеваю во время празднества врат Крогане, воспользуюсь доверием к тебе, как к барду, и распространяй слухи о том, чего вовсе не случалось. Выступать с речью ни к чему, оставайся в тени. Побеседуй с гуляками, говори их забыть об обетах, что они принесли Ирландии, и устроить переполох. Да посильнее, ты займись простолюдинами, а я проделаю тоже с королями и священниками. Мало-помалу мы сломим этих глупцов. Дуб. Ух ты, какой конь, блядь. Так, люди Ниав, леди Ниав, Крапивник. В детстве Ниав была молчалива, и многие считали ее немой. На самом деле она просто слушала. Когда ее голос наконец раскрылся, то оказался необычайно сладкозвучным и привлекательным. Ее сестра утверждала даже, что Ниав могла говорить с животными. Как бы то ни было, владев речью, Крапивник стала демонстрировать в разговорах почти волшебную убедительность. Она избрала ремесло барда, а дети Дану приняли ее к себе. Теперь она привлекает в их ряды новых последователей.
подзагасим эту куру. Ну-ка. Дал мне сил. Детей Дану все меньше.
Так, крапивника загасили. Ясень, бич. Отравление устроил некий друид из Туама по имени Бич. Расскажу Дейрдре с Киарой и отдам им янтарь. Эйвор, я боялась, что тебя уже нет. Я-то есть, а вот крапивник смолк. Пусть кровь крапивника алым молоком прольется в землю и напитает лес. Дай мне его янтарь. В этом янтаре соки древнего древа, и кровь их пробудила. Гляди, он сделался ярко-красным. Исцеление будет мучительным. Солдаты станут извиваться и молить о смерти. Но скоро поправится. Спасибо, духи земли. Еще я нашел это. Записку? Отравить войско и обвинить Баррида пытался кто-то из друидов по прозвищу Бич. Дом, где скрывается Бич, находится в Туаме. Может быть, там мы разузнаем, кто сделал яд. Надежда есть, хоть и небольшая. Нам надо отправляться. Погоди, лекарство готово. Нужно доставить его как можно скорее. Я узнаю, что это за Бич. А ты доставь лекарство в Кашелор. 3-4 капли каждому. Не больше. Спасибо и прощай. Эйвор, встретимся под деревом на выезде из Туама на юг. Бич будет вторым из детей Дану, что ты встретишь. Есть и другие. Принесешь мне их янтарь, я сварю зелье, что наделит тебя силой пылающего солнца. Да, одолеть этого, а потом обдумаю твое предложение. И еще кое-что. Прошу тебя, береги Киару. На нее надвигается тьма. Что это у нас здесь? Отыщите бича. Соберите все куски янтаря. Смотрите на холме на полпути между Лохри и Лохтуам, в Каннахте, место, где друиды провели обряд.
деревню к западу от Конверта. Что-то. Как же там было? Между Лохри и Лохтуам. А, вот Лохри и Лохтуам. Позырим, что там. Мне нужна твоя помощь, Сюнин. Смотрите, Килтобер, узколистые вершины к юго-востоку от Рад Крогана в Коннахте. От Рад Крогана в Коннахте. К юго-востоку, это получится вниз, вправо. Скалистые вершины. Ну, допустим, здесь.
Бдительная тут стража. Две стрелы всего осталось. Высший друид. Убейте ясеня. Его можно найти в рудниках Кешкоррана, что в горах к северо-западу от Лохгара.
Канахте. Высший друид Кумасках Яси. В юности Кумасках мечтал о том, чтобы туманы Канахта стали так густы, что он смог бы раствориться в них и стать призраком. В этом качестве ему удалось бы наконец спрятаться от своих мучителей, братьев и их жестоких игр. Однажды, убегая от братьев, он искал спасения в туманной мгле и наткнулся на дряхлого друида, умевшего вызывать туман с помощью особого варева. Друид подружился с Кумасках и передал ему свои знания, раскрыв тайны стихий. Кумасках принялся экспериментировать с друидическими туманом, стараясь добиться все более значительного эффекта. В конце концов, при помощи этого тумана он свел с ума своих братьев, а теперь использует его, чтобы помогать детям Дану хранить свои тайны в неприкосновенности. Клянусь, я едва ноги унес. Я спал на скамье в часовне, когда туда ворвались трое друидов. Завывали свои заклятия и подняли страшный шум. Я спрятался, но разглядел, что их лица и руки были в крови. Чуть не обмочился, ей-богу. Самый здоровый сказал, что теперь можно создавать туман. Разве люди такое вообще могут? Потом они ушли в Кешкарран. Всегда знал, что там творится неладное. Еще одного друида этот здоровый назвал Ясенем. Ну и имечко, прости господи. Всех этих кумасканов.